О новых законодательных инициативах. В правительстве Российской Федерации разработали пакет законопроектов, где предусмотрено наказание за спекуляцию билетами в театр и на концерты. За перепродажу билетов предлагают предусмотреть административные наказания. Инициатива внесена на рассмотрение в Госдуму. О здравоохранении. Минздрав упростит порядок медицинских обследований для онкобольных. Замминистра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин отметил, нужно переформатировать региональную онкологическую службу за счет максимального приближения медицинской помощи к месту жительства пациента. О безопасности. В России появился Национальный центр по борьбе с кибератаками. Он создан на базе ФСБ. Новую структуру возглавит начальник Центра защиты информации данного ведомства. Новый центр будет изучать происшествия в сфере информационной инфраструктуры государственных и частных компьютерных систем. О соцзащите. Клинское управление социальной защиты информирует. До 1 октября принимаются заявления об отказе от бесплатного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и электричках в пределах области. До этого же срока можно заявить о возобновлении этих мер соцподдержки. Изменить принятое решение в течение следующего года будет невозможно.